Казахстане увеличилась рождаемость и снизилась смертность. Так говорят отечественные чиновники из здравоохранения. По их мнению, мероприятия по предупреждению хронических неинфекционных заболеваний, о вреде табакокурения, а также злоупотребления алкоголем должны проводиться регулярно. Ведь 2/3 всех болезней, которые возглавляют сегодня структуру смертности населения страны, составляют 4 основных. Это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, хронические заболевания органов дыхания и сахарный диабет. Следует отметить, что в Карагандинской области процент рождаемости за последний год увеличился почти на 20%. За последние годы рождаемость в Карагандинской области увеличилась. Например, в 2011 году она составляла 17,7 на 1000 родившихся. В 2012 году это составило 18,4%. А за последние 20 дней января 2013 года рождаемость составила 1200 детей. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».